тучи вновь сентября не минули, налетели седым вороньем, за ночь в осень деревья шагнули, опаленные стылым дождем. Пушкин, Есенин, Лермонтов и еще много других поэтов находили свое вдохновение в осенних пейзажах. Это время года и сейчас привлекает авторов разнообразием красок. Признаются участники литературного объединения «Парнас». Свои стихи они декламировали перед гостями творческой встречи. К нам обычно приходят на наши вечера уже постоянные зрители и слушатели, потому что люди у нас в Одинцово очень благосклонно относятся к поэтам и любят поэзию. Дмитрий работает инженером-строителем, а в свободное время пишет музыку и стихи. Вдохновение черпает из окружающего мира. Так, по его словам, рождается творчество. Самая изюминка – это найти тему стихотворения, потому что много написано, много-много, и найти свое, написать это красочно, по-своему, в этом и есть смысл стихотворения. Творческие встречи проводят регулярно. Для каждого выбирают свою тему. Начинали с маленькой команды единомышленников. Но за 26 лет она разрослась до целого сообщества. Выросли и сами участники. Многие стали членами Союза писателей. Карина Гиряшева, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».